Друзья, всем привет! Короче, прямо сейчас у меня в гостях Нави Трейнер и Кеймакер со своей девушкой Сарой. И знаете что? Какой раз он меня троллил. И я хочу ему жестко отомстить. Я зайду сейчас на его аккаунт. Я надеюсь, что у меня это получится. Смотрите, помните тот видеоролик, когда я подарил ему Дигл как подарок? Он его сломал. Поэтому сегодня я ему отомщу. А если он будет себя вести хорошо, то, возможно, я по голове его поглажу. Посмотрите. И я надеюсь, что у меня сейчас получится выбросить аккаунт у Сары. Я думаю, что, в принципе, Сара-то меня поймет, он это мне доверяет. Я войду на аккаунт Маги и попробую слить его скины. Бесит! Постоянно понькает мне в насыпь. Зара. Слушай, там мы сейчас, короче, этот с Мага будем видос снимать. Ты можешь на его аккаунт авторизовать? Да, там все легко, я тебе могу пароль сказать. Знаешь, какой у него пароль? Дигл там большие буквы. И два восклицательных знака. А почту я тебе могу так написать, вот, на заметке, чтобы ты понял. А ты можешь подтвердить с телефона вход? Да, я знаю пароль, у него супер легкий пароль везде. Ну, как бы хочу подготовиться к съемке, чтобы он этот уже был готов. А чё он вырубился? Слушай, друг. А чё он вырубился-то? Да он же в 5 утра проснулся. Уходи, сама я поздно хочу. Всё. Да всё, спасибо. Всё, я когда сейчас пока что подготовлю к съемке. Ещё когда этот Магу разбудишь, когда это. Не там вот. Да всё, спасибо. Зара. Никнейм. Я всегда хотел его сделать в никнейме. Знаете, какой? Еба, это жесть. Прикиньте, это мечта каждого. Тикл топчик. Поставим с тремя восклицаниями. Блин, он сейчас как будто мог проснуться. Думаю, если просыпаться будет, я отмажусь. Типа что? Я на своем аккаунте. В принципе, я думаю, страшно ничего не будет. Так, давайте на аватарку мы поставим. У него на аватарке стоит любовная аватарка, серьезно. Так, давайте им что поставим, блин, я даже не знаю. А, у него рамка, а у него... Вот этим обычную рамку поставлю. Да, ребят, он только что смачно навалил газы. Я надеюсь, что тут не задохнусь, пока он тут спит. Короче, я думаю, на аватарку ему поставить... давайте дизлайк, а не давайте плачу, смотри. Когда он проснется, я хочу, чтобы он реально чуть-чуть ли не заплакал. Так, заявки в друзья. У него друзей 283. Давайте, ну что, 285 сделаем. Добавим двух последних друзей. Бац и бац. И напишем, знаете, что напишем? Тигл топ, знает. А давайте напишем, короче, мы... Всем это сообщение из последних. Смотрите, Диглтоп. Дальше. Диглтоп. Дальше. Диглтоп. Давайте напишем еще. А, чувак пишет нет. Да. Это я тебе как Нави. Нави Диглотус. Говорю, что Диглтопчик. Ты мага. Я мага. Так, погнали, короче, что мы дальше делаем? Так, нужно написать ютуберам, по-любому будет ютуберам и проверять личные сообщения. Вот, ему пишут, он писал маге, что ты какашка, пригласил наблы. Давайте напишу еще Дигл топчик. Давайте напишем, давайте мне еще напишем. Так, сейчас, Ерокс. О, я знаю. О, чектевое сообщение. Я писал бы, что он... Все, друзья, погнали, короче. Так, давайте я сейчас уберу внутриигровые уведомления. Смотрите. 102 тысячи голды. Я думал, у него тут на аккаунте, но максимум голды 10 тысяч будет. Короче, знаешь, что мы сейчас сделаем сразу? И раз такой баланс, мы купим сразу Хэллоуин стикер пак 17 тысяч. Сейчас давайте я еще по приколу маги сейчас тыкну. Друзья, Hello Sticker Pack покупаем за 17 тысяч голды. Охренеть. Мне кажется,
когда проснется, он меня убьет. Я еще на его глазах это открою, знаете. Хэллоуин стикер пак за 17 000. Я бы никогда в жизни бы на это не купил. Никогда бы, даже для продажи. Это вообще жизнь невыгодно как. Считайте, я сейчас... это как будто бы вкладки на Wii убрать из кейсов. Это все, друзья, посмотрите на инвентарь. Хэллоуин стикер пак. 17 000 голды. Давайте я его даже спрячу. Спрячу, чтоб мага его сразу, если что, не нашел, если он вдруг проснется. Дальше что? Давайте удалим из друзья кого? Эстекела, давайте просто удалим его. Давайте удалим джентльмена. Удалим всех подряд, давайте удалим еще кого там, ну, я не знаю. У кого будет напишу дигл топ, удаляем. Ой, дигл говно удаляем. Так, никого нет. Окей, погнали. Короче, я хочу посмотреть вообще на его инвентарь. А в МТХ. Блин. Сейчас, секундочку. Все, друзья, я нашел свой телефон. Прям сейчас я зайду в стендовчик и буду сливать себе скины за 003. Так, давайте пока что вообще посмотрим, что вообще у него тут имеется из коллекции Nameless, легендарки, арканы. Я вижу, что у него есть 2 М16 Сиаклин. Короче, давайте что мы сделаем. А у него целых 3 даже. Давайте вот так вот. А у него это применено? Подожди, не понял. О, FNPL-хизер есть. Так, у него тут 15 кило, все, жад, не страшно. Короче, сливаем эти все скины за 003. Просто рандомным чувакам бац, слили. Меня убьют. А у него 2 ВМ, Трэш Хантер, да ну нахер. Блин, у меня закуп не хватает. Я сейчас на аккаунте 31 000 голды. Блин, надо что-то найти в этом диапазоне. Давайте я фанфал лизер, отлично. 18 000 закуп, найс. Короче, что мы сейчас делаем закуп? Блин, найс. Блин, вообще будет прикольно, если мага не спали, что у него пропал фанфал лизер. С аккаунта это будет вообще имба. Представлю закуп 18888 и никнейм. Давайте я себе поставлю сейчас на аккаунт, знаете какой? Я себе сейчас на аккаунт поставлю никнейм. G.N, как у джентльмена. Чтобы еще он в случае чего, ну, на меня не подозревал. У меня никнейм GN, джентльмен. И вообще меня не должны спалить. Все, ставлю 18888 голды. Ставлю закуп, это вот сейчас мой стоит закуп. Ставлю, короче, 0.03. И сливаю. Бац! Найс! Найс! Друзья, мне прилетел скин. Смотрите, плюс новый предмет у меня на аккаунте. И это скин Манави тренера. Найс! Дальше. Калаш Мирейш Мина. Сколько там киллов на затреке? 366. Да, вообще не жалко. Найс, вообще. Так, данный калаш мне тоже хватает. Сейчас надо будет все это забрать. Времени у меня, наверное, вообще очень мало. Сколько смогу, столько и получу. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, если хотите, чтобы я выжил. У меня ощущение есть тому, что я не выжил в конце до конца ролика. Бац, ставлю закуп и слили. Найс, плюс еще калаши. Так, а в МТХ, блин, обидно, что у меня он есть. Ну давайте, что мы сделаем, давайте мы выставим один, короче, один ТХ выставим за 9999. Ну если вдруг спали, да, как бы хотя бы этот, хотя бы обосрется. Бро, я тебя прерву, ведь хочу тебе кое о чем рассказать. Хочешь ли ты себе на халяву крутые и дорогие скины на аккаунт стендоффе? А в самом стендоффе тебе ничего дорогого не падает? Падает одно говно и до сих пор не везет. Ты уже посливал все свои скины, чтобы купить себе кейсик в стендоффе и выбить дорогой дроп, но все равно падает говно. Бро, Руби дроп. Ссылочка в закрепленном комментарии. Также в закрепленном комментарии халявный промокод, который дает вам бесплатное открытие, название которого будет в закрепленном комментарии. Также промокод на бонус к пополнению 25% Нави. Не забывай использовать. И ссылочка на Руби дроп в закрепленном комментарии. Не забывай, ведь там лучший дропчик. Че сидишь-то? Когда смотришь, переходи, забирай халяву. А я пошел. Ну и ты идем смотреть дальше ролик. Вот и она смотрит. Блин, надеюсь, что ничто не притворяется, что он спит, а то у них, сейчас будет, а то меня слышит. Так, Юсп Мирейш Минас, 515 киллов на статреке, да, 4800, а не особо дорого, давайте, в чем сейчас делаем, давайте мы сейчас еще эту одну М16 сольем, вот такую вот, пац, за 0.3, просто рандомную подписчику, лоу там, блин, это второй чувак, ему уже 2 скина сливаю. Дальше, давайте, P90 самурай, у него их 2 штуки, давайте одну сольем за 0.3, просто рандомные люди, благотворительно занимаемся. Все наворованное просто забираем, понимаете? Наворованное. Вот, то есть я Робин Гуд, ребят. Беру и забираю. Так, дальше что мы сделаем? Так, у него есть куча дробовиков SM-1014. 300 голды стоит.
Короче, я думаю, что маки это все не надо. Минус 300 голды раз, минус 300 голды два, это 600 уже. 900 голды, вы посмотрите, сколько чуваков сейчас бесплатно получили эти скины. Ебат, 1200 и сейчас 1500 голды мы сливаем. Чувак забрал 3 бесплатно добраша за 300 голды. Так, о, так на англич. О, это заберу, это стоит у нас подороже. Блин, это вообще халява. Блин, интересно, у него на балансе было столько голды, интересно, он сейчас спалит, что? Тут уже было еще на его аккаунте. Ставлю закуп, короче, 4888 пац. Поставили закуп, и сейчас будем сливать. Найс. А, да, найс. Я получил. Отлично. Третий скин сюда. Сейчас, короче, берем и закупаем диглы просто по максимуму. Давайте возьмем еще чуть-чуть. Не какую-то комоночку, а такую, знаете, ну, более солидный дигл. Так, у нас тут есть что? О, давайте возьмем, короче, мы дигл именно. О, давайте Red Dragon возьмем. Во-первых, это у нас ревел, это фурис коллекция, это раз. Во-вторых, он красный, привлекает внимание, плюс это моя любимая рарочка. Короче, так, если я возьму 100 штук, 1300 голды, нормально, сделайте ему 100 штучек. Ставлю закуп, сколько там? Давайте поставим голды 20, да, там, не знаю, потратится 2000, нормально. Пац, покупаем. Наши будут в инвентаре, друзья, 100 тикл. Red Dragon. Посмотрите, как скупается. Это жесть. Я, кажется, труп. Он не заметит даже этого сразу. Это вообще хорошо. Найс. Он этого сразу не заметит. То есть шанс, что я выживу, вообще колоссально вырастает. О, у него еще на аккаунте есть эти какого? Новые кейсы из этого. Из Battle Pass. А ну-ка. Я же правильно понимаю? А вот Виапон кейс, отлично, все, погнали. У нас есть Виапон кейс. Ай-яй-яй-яй, Катя, блин, это вообще кайф. Вы понимаете, что это очень редкие скины. МП7, это же с новых статрек, у нас опять тут какой-то баг еще в новых кейсах есть, что тут всегда падает статрек, я не знаю, с чем это связано. Какой-то баг. А, кстати, давайте проверим, есть ли на аккаунте Navi Trainer секретная функция. То есть на обычный аккаунт этого нет. Есть! Посмотрите, у него есть кладка специальные. Это очень секретная и редкая функция. Посмотрите на это. Показывать кровь, интерфейс наблюдателя, скрыть руки и прицел, включить АФК окно. У него что, на аккаунте читы, что ли? Ё-моё, что это? Друзья, если вы знаете, что такое кнопка специальная, расскажите об этом, пожалуйста. По-моему, у Navi Trainer встроенные читы на аккаунте, потому что, ну, что, блин, такое это? О! Кстати, о, точно, фрагмент бокса есть. Так, нам надо как-то еще подготовиться, если он вдруг проснется. Нужно, короче, как-то, наверное, если аккаунт лучше ливнуть. Я надеюсь, что он не проснется, того, когда пока я с аккаунта не ливну. А, что? Я себе ролик снимаю. Фрагмент бокса, да. Открываешь, если честно. Да нормально. Да. Ты же нормально. Я вышел с него, я на свой зашел. А что я на Макином аккаунте? Смотрите, голдов. Я ему, короче, слил голду. Скиды. Только ты в рекламе. Чего ты слил, покажи? Хочешь, самое удивительное. Я купил на его аккаунт. Стикер. Я уже открою, хочешь? Кажется, 17 тысяч голды. Если что, ты сам участница, ты сама дала. Зачем я дала тебе пароль? Это из-за тебя все. Нет. Если бы не дала, я бы не вошел. Нет, я сказал, что войти на аккаунт и сливать скины буду себе. Не было такого, ты сказал. Слил, да не, чё не слил. Чё ты не уверенно говоришь? Ну так, слил немного. Вот того МТХ ему стоит, у него два, прикинь, было. Мне кажется, что одного вполне хватает. Я ему, самое что прикольное. Это кайф. Да нет, это ж ты, я скажу, что ты сделал. В смысле? Я скажу, что ты сделал. Последний первый убил они. Серьёзно? Давай. Смотри, просто лук от Star Fox забрал. Да, все, кайф. А ты что еще хочешь? Да блин, ты слил другого. Да пофиг, ну блин, тут можно все что угодно делать. Так и делай этот нож. Ладно, не трогаешь. Вот сейчас. Этот? Да, такой сейчас. Говно. Да не, я его всегда хотел. Да он, ты что, ровно 30? Он красивый. Ну-ка, оставь закуп. Сейчас я сделаю. Хорошо. Ты что, его слил, ты придурок? Да сама купишь. Ты поголовок. Да ты купишь сама. Ты слил, зачем это было мне? Все, я уже мог. Ты не раз. Тебе тоже достанется. Да с чего? Да ведь ты на аккаунт зашел. Это я это не зашел. Да я не буду быть зашел. Да хотя бы выйти с аккаунта. Не пути. Мага, ты знаешь, что он делает? Да вставай, у тебя аккаунт крадут. Мага! Мага, вставай, у тебя аккаунт крадут. Мага, срочно. Мага!
Ера с аккаунта все сливает. Да просыпайся быстрее. Да, Мага, ну проснись, у тебя Ера все с аккаунта сливает, ты понимаешь? Тебе диглы закупает, алло, по 1000 штук, Мага. Диглы по 1000 штук закупает, нормально все? Просыпайся быстрее, пожалуйста, пожалуйста, проснись. Я сейчас начну волосы на попе тебе дергать, если не проснешься. Мага, ну проснись, пожалуйста. Что еще? 1000 диглов. Установил. Я пыталась, у меня не получается, мне нужна твоя помощь. Один пощечину, дай ему одну. Одну пощечину? Мне страшно, он больше. Ты ничего не делаешь. Да пожалуйста, вставай, мне нужна твоя что помощь. Что он сделал? Он тебе диглы закупил и слил сакаду. Знаешь, какой стикерпак? Хэллоуин. Нет, Хэллоуин 19 года. Вставай, пожалуйста, мама. Мага, проснись. Да он сливает тебе голду. Покупает всякую фигню. Он стикерпак за 17 тысяч купил, ты угораешь? Как? Мага. Купил мага, просто, он мага, зашел на твой аккаунт, посмотри, мага, что он с твоим ником сделал. Мага, Зара, помнишь, ты заходил на твой смысле, аккаунт? В смысле Зара? На твой аккаунт заходил, да и все, зашла и сливает скины. Это он все, с кошкой Маши была в спальне как, вообще. Какую-то хрень делает вообще. Да в смысле я, ты че офигел вообще? А как я зашел на аккаунт? Это не я, я с Машей была и кошкой. А как я зашел на его аккаунт? У вас ментальная связь с Магой. Нет аккаунта. Ты что, вышла так? Да как я это сделала? Жесть, оба. Это все он. Что я? Это все он. Кто я? Что? Все, все, что, что случилось, это он. Везли покушать? Нет. Ах, ты мне везли. Дальше посмотри, где доставка. Ты не отвлекай его, пусть он посмотрит на свой аккаунт. Да что, на аккаунт? Там нет ничего. Ну конечно, ты это все слил. Там даже голды не осталось. Зар, не надо тут этот, ну, как бы, врать. В смысле врать? Это все он сделал, я была с Машей в спальне. А, подожди, а как он что-то может на моем аккаунте сделать, если ну, у него там, нету моего аккаунта? Ну вот. Есть у него твой аккаунт, помнишь, ты заходил? Куда заходил? На свой аккаунт вчера. Я заходил на свой аккаунт. Заходил, это все он сделал, в смысле вы хотите Мага, на меня все сделать? Мага, ты кому поверишь больше? Я даже твой пароль телефона не знаю. Что мой телефон тут делает? Зара принесла, подтверждала, да что-то там. Что-то в моем компе сидела, что-то шапталась. Неправда! Говно не запускается. Кому ты реально веришь больше, ему или мне? Кому веришь? Че веришь? Че вы оба пристали? Закройте, да дайте ситуации разобраться. Че может быть, пойдем закроем эту стендов 2 и пойдем этот покушаем, поедем. Подожди, куда поедем? Ты. Братан, убери до руки. Давай посидим, убери руки, давай руки, подымем. Убери до руки. Что ты закрываешь? Ну просто, чтобы ты не видел звание позорное там. Gold 2. А что с ником? Что с ником? Я не знаю, что тут Зара делала. Я не могла такого сделать, не надо врать. Почему у меня стендов вышел? Что с ником? Я не знаю. Почему у меня ник? Подожди, мне показалось, что ли? Это вообще... Это Зара вошла. Да в смысле я? Это у меня другая идея просто. Я не могла такой ник ему поставить. Подожди, это мой аккаунт? Да. Откуда мой аккаунт тут? Он зашел на него. Как ты зашел на мой аккаунт? Я как? Вот именно. Вот, я вообще тут сидел, курьеры заказывал еды нам, тебе. Подожди, как он на мой аккаунт зашел? Он мне сказал, что хочет подготовиться к съемке. Подожди. Ты... Вот с ней разбирайся, я не знаю. Подожди. Какого хера у меня ник Зара Дигл топ? Дигл говно! Это Ерлан поставил. Ты уверена? Да, я бы никогда так не сделала за это чё. Дигл говно Зара. Дигл говно Зара. Я знаю, спать хочу. Я всегда об этом знала. С вами нормальная бомжатская. Больше не узнаешь, а? Потому что я пришла, и он мне все это показал. В инвентаре все нормально. Ты полистай. В инвентаре все плохо. Что такое херня? Подожди. Смотри на историю покупок сначала. Подожди секунду, а где... Боже мой, что за дерьмо? Кто это... Зачем ты это сделала? Это не я! Зачем ты это сделала? Это не я! Ты думаешь, я такое сделала? Не ори да по духам мне! В смысле, не ори, ты мне не веришь? Я тебя просто спросил, зачем ты это сделала? Да это не я. История покупок, одни диглы. Ну, имеется в виду, то, подожди. Кто хану стикер пак купил? Ерлан. Я даже не знаю, какой стикер пак купить, потому что я не знаю их цены. Я бы не смогла его найти, ты понимаешь? А где мы наймили скины? Подожди, а где мы наймили скины? А вот. Вот. Наймили скрафтик мой. Наживый. Ой-ей. Подожди. Он сказал, что он твой один авик слил. ТХ. В смысле? Но он сказал, достаточно, говорит, одного. Зачем ему два? FNFL Лизер. Это я не знаю. АКР Мир и Статрек. М9 Блю Блэнд. АВМ тоже... Подожди.
Я принес еды. Сюда иди. Что я? Сюда сел. Сюда иди. Кто такой? Я ухожу. Во-первых, ты тоже села сюда быстро. Оба. Что она тебе сказала? Сел. Тоже. Она сказала, что он хочет тебя отомстить что-то. Почему мне тут нигде говно? Ой, точнее, был. Сейчас я сделал, сейчас. А был говно. Топ. Типа. Я не знаю. Я с Машей в спальне был. Вопрос, кто с моим аккаунтом что делал? Я откуда знаю? Ты мне серьезно отвечаешь. Я смотри, я сидел с Машей в спальне, да? Потом слышишь, что тебя Машей? Зара будет. Какой Маша? С моей женой. Я слышу, Зара что-то орет, тебя будет. Я сюда прихожу и вот вижу это все. Хорошо. Тева, просто что у меня с ником? Ты понимаешь, что это не я, мы сидели с Машей, угорали над кошкой. Во-первых, почему у меня они... Играли с гипсофилой вместе с кошкой. Какие гипсофилы, какие кошки? Я тебе почему говорю, что я была в спальне, у меня в историях знаю, покупок это? Какие-то долбаные диглы. Зара, за что так? Это кто-то... не я, это ты сделал, ты зачем? Кто купил Хэллоуин стикер пак на мой маке? Это Ера. Как он мог сделать, тут не знает мой аккаунт, только ты знаешь мой аккаунт. Вот-вот. Так он меня обманул, он сказал, что он хочет подготовиться к ролику вместе. Какому с тобой, ролику? Я сплю. Ты офигел? Какому ролику? Пожди, ты кто... смотри, он ржет надо мной, ты видел? Что? Он ржет там, надо мной, потому меня. Что ты не, мне не я веришь. Я понимаю, вы оба прикалываетесь, что где мой Немелис АВМТХ? Проверь в историю продаж, может, она продала. Да в смысле, может, она его продала, это ты сделал. Подожди, а где мой Немелис? А, если она себя сливала, то по-любому там ее будет никнейм. Го проверим. История продаж. Так, а ну-ка. Чего? Star Fox. Love Life, обезьяна чи. О, Лизер, смотри. Это я уже увидел. Никнейм КутГН. Это может у Зары такой же никнейм? Да нет у меня такого ника. А ну покажи свой стендов. У меня Ерокс. Открой. Открой. У меня Ерокс никнейм. Открой. А что ты меня открываешь? Зачем? Открой, стендов я смотрю. Вот, у меня курьер. Вот. Ага, как ты стендов открой. А вот я и нашел Авейм Трежер Хантер. Ну, кто выставил? Зара, зачем выставила? Так это не я, в смысле, зачем выставила? Открой давай стендов. У меня его нету. Авейм Трежер Хантер на месте. Я не скачу на телефон, а что? Да как так? Стендов открой, ты чё? Да не скачу на... Можешь написать мой никнейм в стендов 2. Можешь стендов 2 написать, ты видишь мой аккаунт. Даю за голду он. У меня вот это я, вот даю за голду, видишь? Кто? Так, какой ты ник был? Ерокс. Да, Ерокс. Подожди, где? Я тебя удалил из друзей. Это он все сделал, видишь? Не знаю, почему. Не, может, у джентльмена еще такой никнейм, я не знаю. Клан Ерокса? Ну, окей, я посмотрел. Что сделал с моим аккаунтом? Посмотри, я лидер клана? Нет, это не я. Ты тупорылый, ты мне тут сказки сел сюда сел. Ты мне сказки не рассказывай, ты меня понял? Ты что с аккаунтом моим сделал, пока я спал? Ты тупой? Что сделал с моим аккаунтом, я тебя спрашиваю. Потом. Посмотри, она мне вот так вот тыщет, потому она сделала, подставляет. Потому что ты на меня все это пытался свалить и не получилось. Она еще мой телефон брала, когда я ты спал. Подожди, а ты почему? Я твоего не знаю. А как он мой, на мой аккаунт зашел? Он мне сказал, я хочу подготовиться к ролику с Магой. Мага сейчас отдохнет. Было его... такое? Скажи, точно было? И пока он проснется, все будет уже готово, типа. Она врет? Врет. В смысле вру? Кто из вас виноват? Он. Ну смотри, вот давай так, проверка. Дигл говно, я говорю. Да никогда он так не говорил. Посмотри, пересмотри все Маша ролики. Главное, ты тупорыл, блядь. Ты зачем на мой аккаунт зашел и все снимал? Как я зашел на твой аккаунт? Ты тупорылый придурок. Ладно, стой, ладно, стой. Я могу тебе спокойно доказать, что я не заходил на твой аккаунт. Хочешь как? Давай, как? Смотри, закрой сейчас глаза. Чувак, я тут что спал. Закрой просто на 5 секунд. Хорошо. Раз. Все, давай, закрывай. За 17 голды тратится, друзья, как я обещал. Ты баран. Боже, что ты сделал? Это месть. Ты помнишь, сколько ты у меня раз фигню мне делал? Ты придурок. Ты же 17 тысяч голды просрал, да? Нет, ты идиот! Да за что? Мне даже лень кричать от того, что я только проснулся. Ты, блядь, ты придурок, кончился. Зара, ты что подставила? В смысле я подставила это? Ты все сам виноват, это ты меня пытался подставить. На тебе вообще, лови подачу. Слышишь, Лёх, я забираю компьютер. Стой, подожди, я записывал, подожди, стой. Ты записывал? Ну да. Я забираю. Так я тебе видос снимал. А, мне видос снимал, спасибо за видос мне. Спасибо мне за видос. Так, подожди, ты еще не оценил. Чё открой фильтр, оценил? Открой фильтр. И поставь фильтр на рарки. А, пониже пролистай. Увидел? Придурок, тупорылый.
просто испортил мне аккаунт. Просто купил мне долбанные диглы. А ты скажи, ты мне какую-то херню делаешь, то есть я должен радоваться. Какое тебе херню делал? Ты тоже у меня сливал с аккаунта скины. Что было последнее, что я тебе сделал херню, а? Ты меня кинул на прогиб? Это не херня, это спорт. В смысле, ну мне было больно. То есть спорт херня? Где мой файнфал лизер? Это было насилие. Файнфал лизер мне вернул раз. Во-вторых, вернул мне Кармирус Минус. В-третьих, вернул мне... Ну, кстати, Зара хотела, чтобы я слил этот скин, и еще нож хотела себе. Это правда? И она авторизовала на аккаунт, я сказал, дай мне авторизовать на аккаунт. Здесь, я с Зарой вечером в кровати пообщаюсь. Как сказать честно, ну, кайф, адреналинчик есть? Рот закрылся. Я тебе сейчас дам адреналинчик. Да что ты, реально, обижаешься, когда ты фигню куда-то делаешь мне? Я должен хавать, что ли? Подожди, ты реально снимал, да? Да. Боже, конченый. Ты что делаешь? Боже, кончито, реально. Блядь, ты придурок, да блядь. Что ты здесь? Я не могу, блядь. Ты тварь, ты понял меня, блядь? Почему? Я... Баран, блядь. Так я же не со зла, я же... Ты тупоголовый баран, ты понял меня? Я же с любовью. Я твою любовь. Суну тебе в очко сейчас, меня понял? Ты меня понял? Да. Сосал? Нет. Че ты сейчас показал? Ну, типа... Нет, что ты сейчас показал? Это типа жест такой, знаешь? Типа братья, навсегда. Всем спасибо. Мы с тобой, братья, навсегда. Всем понял? Спасибо за просмотр. Скины мне сейчас будешь возвращать, понял? Я отрабатываю сейчас 17 тысяч голдей. Да типа скины все верну. Хватит, мага, обижаться, как девочка на всякую фигню. Я не обижаюсь, я огорчаюсь. Я помнишь тебе дига? Вот, обижаются вот, девочки, я огорчаюсь. Кто? Ты знаешь, чем отличается волк от собаки? Стой, окей. Это... Знаешь, чем отличается волк от собаки? Не знаешь? Так какой ты волк тогда? Когда собаке палку кидаешь... Она за ней бежит и приносит. Она смотрит на палку. А волк, когда ему кидаешь палку, она смотрит на человека, который ее кидает. Понял? На руку. То есть ты собака. Баран тупорылый. Ты собака, понял? Ну стой, собака возвращает, а волк не возвращает. Вот чем здесь скину возвращать? Я волк. Окей, смотри, Мага, еще напомню. Это был отметка, вставьте. Вот тут. Помнишь, тебе я вот дарил дигл на... Новый год. Ты его сломал в бане-то. Ты мне ничего не дарил. Ты сломал мне дигл. Я тебе еще лицо сломал. Мне было неприятно. Я тебе еще лицо сломал. Хочешь? Чтоб тебе тоже было неприятно. Нет? Тогда всем спасибо за просмотр. Так и на роль, которого тут вылез. Всем пока. Ты еще без зубы будешь.